Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Наша сегодняшняя новость снова с производства, и мы беседуем с начальником производственного цеха Дмитрием Забродским, вашим старым, давним и, я надеюсь, хорошим знакомым, о новом приобретении на его участке. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день, Михаил. Хвастайтесь своим новым приобретением. Это токарно-револьверный обрабатывающий центр с ЧПУ. Станок сложный, и он предназначен для обработки сложных деталей вращения. Например, вот деталь ступичной группы юнибуса, юникара, бирелевого юнибуса. То есть на обычном токарном станке такую мы не сделаем. Но мы ее сможем изготовить на станке с ЧПУ. А вот это где была изготовлена? Это была изготовлена по кооперации. То бишь сейчас мы опять же сэкономим деньги и время. То есть операция, кооперация заканчивается? Да, мы постепенно уходим от кооперации и все, что можно, максимально размещаем на нашем производстве. Как видно, станок только-только монтируется. Когда он прибыл? Станок приехал в конце прошлой недели. Сегодня происходит его пуск на наладка. То есть его подключают, это электропитание, это воздух, выставляется он. Я надеюсь, что пару дней, и мы уже запустим его в работу. Вот в нем такого есть, чего нет в обычном токарном станке. Это револьверная головка, которая имеет несколько гнезд для расположения разных видов инструмента, режущего инструмента. Что-то подобное мы видели и на 5-координатном станке. Да, там есть так называемый магазин на 40 инструментов, который также позволяет быстро менять инструмент и обрабатывать любые детали, любой сложности. Спасибо вам большое за интересное интервью. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и тогда все задачи, в том числе и производственные, нам с вами будут по плечу без посторонней помощи. Строй SkyWay! Спасай, пожалуйста!